Всем приветик! Хочу вам показать. Перенесла некоторые свои маточники в теплицу. И те, которые у меня тут оставались, гортензии, я думала, они уже не выживут. И вот все равно хочу вам показать. Вот так они у меня прям в ящике зимовали на улице под открытым небом. Ничем их не укрывала. Причем это вот одна из самых капризных таких для меня, по крайней мере, самарская леди. Она очень капризная в уходе. И я их занесла в теплицу. Теплица у меня неотапливаемая. И вот смотрите, тут прям паутиночки, вообще веточки. И даже у этих паутиночек, вот смотрите, я не знаю, видно, не видно, лезут вот зеленые почечки. Вот тут вот они. Не все еще проснулись. То есть вот тоже, смотрите, малышка, да, вот. И вот здесь видно, что лезут почечки зеленые. Вот они потихонечку тут начинают просыпаться. Вот везде зеленушечки. Каких-то уже... Так, кто это у меня? Коттон крем. Смотрите, видите, уже везде полезли. То есть вот эти я не обрезала гортензии специально, их не нормировала никак. Я их буду нормировать за счет того, что буду снимать на черенки. То есть все, вот я сверху, да, вот они все веточки, я им дам время нарасти этим листиком, и прям сверху пойду снимать черенок и обрежу до туда, докуда мне надо, сформирую куст хороший, то есть уберу вот это вот все лохматое. Остальное заберу на черенок и сформирую кустик. С него уже потом черенок брать не буду. Вот они все просыпаются. Вот уже полярный мишка. Вон у него почечки полезли. Так, кто у меня здесь? А, вот, кстати, тоже самарская, но кустик побольше. И вот, смотрите, везде-везде почечки. Так, Magical Sweet Summer тоже. Вот он. Весь в почечках. Так, мохито. Тоже вот уже видно, полезли листочки. Так, и тут даже есть у меня прям совсем маленький вот пинкачу. Смотрите, вот тоже зеленые полезли листики. Little Lime Punch, тут сломалась веточка. Тоже маленькие полезли. Тоже пунш. Металлика. Вот вообще хвостюшечки прям зимовали. Вон, смотрите, полезли почки. Так что без всякого укрытия. Это тоже у меня металлика. Тут вот еще непонятно. Firelight Tiny Bit. Ну, подождем, они еще не все проснулись. Посмотрим.